Подпишись и поставь лайк, чудик. А что ты зачеркнул-то все? Я подписал. Ты подписал? Да. А что у тебя тут торчит? Ну-ка. Посидим. Уходим немного. Смотрите, как изменилось время. Узяну, фото, я то подойма. Мы идем в школу, а на улице уже светло. Уже светит солнце. Зачем мне солнце, Монако? Да, действительно, зачем нам солнце в Монако? У нас и свое прекрасное. Спаси лапкам. Идите, лапки оставьте. Ну, куда пошли-то? Какая площадка? Прием. Пошлите. Не-не-не, ну какой съехать? Вы чего? Пахнет интересненько. Интересненько пахнет? Да, урезионный папин. Это для мужчин серия. А мужчин серия. Мы зашли в перекресток с Димочкой. Вот да. Нашли серию для мужчин, Дольче да. Милк. И мы чуть не забыли друга. Да. Так. И у тебя туалета. Это не для туалета, это стирать белье. Шарики бросаешь, и они чик-чик-чик прыгают в стиралке. Помогают стираться вещам. Но у нас есть, нам не надо, слава богу. Пойдем дальше. Пойдем-ка посмотрим, что у нас тут новенького есть. Возьму катую. Не вот, она пахнет чудесно. Чудесно пахнет? Да, вот эти. Ну, если чудесно пахнет, надо брать. Пошли дальше. Не лайте вот эти. Ну, хорошо, давай складывай в корзину. Да, я не буду дружить вместе теперь. Ты Микки Мауса не потерял своего? Вот ты его так оставляешь, опасно. Кого ты выбрал? Вот эти для яйца. И еще вот это. Такие у нас есть с тобой наборчики, а это дай посмотрю. Да вот эти Пеппу на нем. Ну у нас такой набор тоже есть. Ты же клеить будешь. И вот такие украшать. Не значит красить. Можно не красить, можно вот такие наклеечки наклеить. Возьмем? Мам, спасибо. А друг-то твой остался? Дима, позови весну. Где она? Иди сюда! Же иди к нам, весна, быстрей. Иди к нам, быстрей! Хорошо. Не уроню. Дима мне кричит, только не урони телефон. Вы посмотрите, какой апрель. Я Диму попросила порезать яйца в салат. Диана заказала салатик, оливье. Ну, у нас музыкальные инструменты. Давай, Дим, резать будем. Вот я картошечку уже покрошила. Дима очень любит этот процесс. Так, над тарелочкой только, пожалуйста, делайте, шеф, повар. Ну, давай я тебе помогу, подержу. Давай. Режем. Так, аккуратненько теперь бери его. Вот так вот. Молодец. Поднимаем. И? Оп! И переворачиваем. Это она у нас разрезалась до конца, да? Да? О! И ручками помогаем, да? О, как что, пахнет. Вкусно пахнет? Да. Будешь яичко? Вот тебе тут еще одно осталось. Скушаешь белочек? Не, резать не надо, можешь так съесть.
мы Дианочку забрали из школы. Апрель. Она хотела в автобусе поехать. На трамвае поедем? Нет, я хочу в автобусе. А, Зай? Да. Поедем? По-моему, в автобусе. Пойдем. Что нам придет, на то мы поедем. А, в автобусе. На трамвае. Водитель автобуса в любви. Водитель автобуса в любви. В Либи. Че, как день прошел, Зайка? Хорошо. Нормально все? Да. Ну-ка, Дима, спой нам про фиксиков песенку. А тут ты-то и фиксики большой, и секрет. Секрет. Вообще, у меня были планы дойти до пассажа в Тюхин. И были планы еще кое-куда зайти, но поедем домой. Почему? Потому что зеленый свет. Дима. Потому что Диана сказала, что у нее болит голова. А Дима хочет спать. Давай! Уже есть быстрее! Всем привет. А теперь мы с тобой утерем мороженое. Дима, то, о чем? Во-первых, это не мороженое. А во-вторых? А во-вторых, у нас вообще другая сейчас тема. Утрифугон мороженое. Да, мы тут собрались на несколько минуток. Что сделать? Показать, рассказать, как можно легко к фасоли вот подготовиться. Да, даже не нужно яйца красить. Итак, нам понадобится всего три вещи. Так. Первое. Вот такая вот красивая ваза. Любая красивая ваза. Вази. Так, ныряем. Веточки, наша традиция. В прошлом году мы делали такие разноцветные веточки с пупырочками. Пупырочки. Кому интересно, смотрите. Наши предыдущие видео, относящиеся к Пасхе. Ставим веточки в прекрасную вазочку. Нам уже надо сделать плейлист, называется «Пасха». Ну, займись этим, я-то. Мне некогда, давай. Дима! Ну-ка, Дима, сделай, как ты делал. Теперь мы берем что? Красивые искусственные яички. Да, купленные нами в магазине. Можно разные. Мы купили вот такие вот. Наборчик. Перышками, тут с золотишком. И развешиваем. Развешиваем, как на елочку. Точно, это ж типа елочка. У нас сейчас на улице Новый год, и я недавно оливье ела. Вот сейчас елочку нарезаем мне ночью. Да. Мы сегодня шли, когда из школы, нас чуть просто не завалило снегом. Снег замел нас. Мы еле добрались. И вот так вот аккуратненько, красивенько. Вообще, наверное, чем больше вот таких яиц, тем лучше. Но у нас что-то их не сильно много. Потому что мы последние, наверное, купили. Надо еще докупить. Да. И украшаем вот так. Очень интересно, Дима. Ой, я не дотягиваюсь. В общем, я немножко тут подрядила веточки и перевесила яйца. Я лучше, потому что меня там бьют. И получилось вот так весьма симпатично. Меня тут бьют. А подожди, у меня возникла еще одна интересная идея. А, какая? Прекраснейшая. Давай. Тащи прошлогодние ветки. Диана с горем пополам нашла прошлогодние веточки. Да. Я принесла их. Мы их установили. И сейчас мы попытаемся украсить их другими. Яичками. Яйцами совершенно другой раскраски. Ну-ка, давай посмотрим, подойдет так, как их нам композишн это или не подойдет. Грохотку береги. Туда удобно яйца потом складывать крашеные. Ну, я ничего не обещаю. Вот, видите, Дима как раз под ноль. Сейчас разберет вот эту машину. И потом будет заново ее пытаться собрать. Диана, дело, подмена произошла. Наши супер красивые раскрашенные яйца теперь живут вот в такой грохоточке. Прикольно. Классно? Да, надо по цветам поставить. Все, ну давай. Мы просто подумали, что вот, возможно, вот эта расцветка яиц будет гармонировать с нашими пимпочками здесь. Пимпочками? Да. Так, давай. Мы взяли их на пробу. Посмотреть, если подойдет, то купим еще. Ну да. Так,
Ну что, как вам? Красиво. Тоже весьма... Миленько. И весьма симпатично. Гармонирует. Даже не знаю, что придает больше весеннее настроение. Как вам? Ладно, с Пасхой мы заканчиваем. Пишите, какой вам вариант больше нравится. Я из-за базы вас не вижу. Ку-ку. Алло. Ку-ку. Привет. Подпишитесь на канал. Всем пока-ка. Ну, еще, конечно, не пока-пока, но... Но подписывайтесь. Ну, подписывайтесь на нас. Это в любом случае. А еще мы создадим телеграм-канал, да, куда Диана будет постить свои фотографии. Мысли. Я еще буду из школы снимать. Она там собирается из школы, всякие сторисы. Ой, уже, наверное, не сторисы, а что там в телеграме? Ну, короче, кружочки там какие-то. Дим, не создавай нам шумовых эффектов, пожалуйста. В общем, будет обращение, съемки, видео, фотки. Будет постить, рассказывать о своей жизни в школе. Да. И будет анонсировать видео, которые будут выходить на Ютубе, наверное. И, наверное, еще на Яндекс.Дзене. Вы узнаете о нашем видео самыми первыми. Хлеб, булки открыли у нас, да, здесь. Обеды у них там что-то такое есть. А это вход, это паркинг или что? А вот подъезд, да, тоже. Это подъезд номер 4. Жалко, у нас такого нет. Вот же наш подъезд. Наконец-то наступил вечер этого долгого дня. Снега теперь у нас немерено. По колено. Больше, чем зимой, наверное, да? Да. Новогоднее настроение сегодня, которое с оливье кушала. Вот-вот, все к одному идет. Едем? Едем. Едем, едем. Едем в соседние села. Нет, Дима нам не разрешает петь. А зачем мы на четвертый Дима приехали? А мы теперь так катаемся. Развлекаемся. Четвертый этаж. Жалко, тут не говорит какой-то. Да, этаж. Где женщина разговаривает? Четвертый этаж. Четвертый этаж. Нас папа будет разговаривать. Hello, этаж. Какой? Hello, этаж. Hello, этаж? Да. Двери осторожно. Снимайте! Ну что, Дим, нравится тебе? Да. Тихо, подожди. Дим. Подожди, тут не надо. Как тут папа нажимает? Во! Боже, мне так нравится. Можно я здесь спать оставлю? Мама, можем здесь оставаться? Принесем мыло, туалетную бумагу. Папа... Вот это все подправится, все красиво. Мы это выровняем в длину, высоту, на какую нам нужно. Слушай, ну потолок они четненько вроде сделали, да? Да, вот это все не закроют специально. Можно дверь закрыть? Закрой. Закрой, только да, открывай, главное, аккуратно. Мусор что, вывезут они, да? Ну да. Вот это там. Мама, они переходили. Слушай, а стиралку мы будем как устанавливать? Когда? Ну, возьмем. Вот сюда, нет, вот сюда вот нажимай. Вот. Прикольно. Дима, смотри, биде. Дима, не знаком с такой функцией биде. У нас сейчас в квартире ее нет. Ой, а это что, крышка от унитаза? Ну, это крышка второго унитаза. О, погоди, я получу это. О, мама, смотри. О, я летаю, можно помыться. Все, можно мыться, работает все? Да, она работает. Я еще в прошлый раз пробовала. Ну, видишь. У нас тут не хватает вот еще пока. Чего? А тут они не стали делать? Они ничего сделали, да. Через сколько можно будет приезжать? Ой, а тут они еще не доделали? Ну, вот они, видимо, завтра тут домывать будут. Мне эти лампочки глаза слепят. Вообще яркая так лампочка. Много всего. Все светится. Ну, теперь мы будем заказывать тебе кровать. Да. Шкафы. Да. Мы будем подбирать тебе сюда светильники. А потом мы еще делаем мне разноцветную подсветку. Вот там.
разноцветную подсветку. Я папе сказала, да, что ты хочешь вот тут вот по кантику пустить себе, да? Да. Здесь надо телевизор. Да. Шторы нам скоро придут делать, гардины. Леся, смотри. Что там у нас? Опа. Вход на второй этаж? Полоня. До всех кранов доступ есть. Все это видно. Как разложено. Все тут до холодного, тут до кондиционеров тоже доступ есть. Вот он. Угу. Все. Все нормально.